Я с радостью приглашаю в эту студию наших следующих гостей. Это счастливая семейная пара, телеведущий и музыкальный продюсер Яна Рудковская и прославленный спортсмен Евгений Плющенко. Яна и Женя, я очень рад вас видеть в нашей студии. Мы поздравляем вас с уже наступившим 2011 годом. Спасибо, Максим. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, Максим. Привет, Ян. Я всегда рад видеть вашу очаровательную гармоничную пару в любой студии и в жизни тоже. Вы излучаете настоящий жизненный оптимизм. Ну и, конечно же, дорогие друзья, каждый раз, когда я встречаюсь с Женей Плющенко, я с придыханием говорю его спортивные звания. И, вы знаете, это перечисление каждый раз напоминает нам о том, какие, ну, замечательные достижения на счету у этого спортсмена для нашей Родины. А? Олимпийский чемпион, двукратный серебряный медалист Олимпиад, трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России Евгений Плющенко. Спасибо большое. О, правильная реакция. Жень, говорить это все долго, не то что заслужить эти замечательные спортивные звания. Я не знаю, если сложить все те минуты, которые ты стоял на пьедестале, это такая маленькая жизнь будет. А на пьедестале тяжело стоять, когда вот уже наградили? Безумно приятно стоять на пьедестале и слышать гимн российский. И иногда потрясывает. Потрясывает, ты вспоминаешь всю спортивную карьеру, всю спортивную жизнь. Особенно, когда я стоял на Олимпиаде, например, в Турине, когда я ее выиграл. У меня были мурашки. Но это приятные мурашки. Я надеюсь, что в Сочи ты поедешь, да? Поедешь на Олимпиаду, как участник? Я хочу сказать, что я являюсь членом сборной команды России по фигурному катанию. У меня есть до сих пор дисквалификация, но мы все решили вопросы с Федерацией фигурного катания. С Горшковым, с Писеевым, с Чикванта. И дисквалификация будет снята уже весной. Сейчас я тренируюсь, сейчас проходят сборы в Новогорске с моим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным, с моими хореографами, с тренером по ОФП. Моя мечта, естественно, выступить на родной Олимпиаде в Сочи 2014 года и завоевать медаль. Это не только твоя мечта. Ты знаешь, Макс, я приложу все усилия. Это безумно сложно, потому что я начал опять возвращаться в форму. Я не скрываю, я опять прибавил вес, плюс 4 килограмма. Это опять нужно сбавлять. Это безумно тяжело. И я знаю, что мне будет 31 год, и выступая против молодых фигуристов, это будет безумно сложно. Но я попытаюсь. Еще раз говорю, попытаюсь. Нужно много работать, много больше даже работать, чем я работал в 2006 году. Я знаю, что вам удалось отправиться в медовый месяц только в 2010 году, хотя поженились вы в 2009. Ну, я так понимаю, это было связано с твоей занятостью, с тренировками, выступлениями. Ну как, медовый месяц-то прошел, расскажите. Шикарно. Мы были на Мальдивах, отдыхали и вернулись очень счастливыми и готовы снова к бою. Знаешь, был потрясающий отдых, нам не нужно было нигде тусоваться, нам просто нужно было полежать, отдохнуть, поплавать, отдохнуть головой, потому что, еще раз говорю, что я готов продолжать свою карьеру. Мне тоже надо было головой. И нужно было, как говорится, мы планируем детей, вот, и надеюсь, что у нас будет и мальчик, и девочка, и мальчик, и девочка, поэтому нам нужно было именно отдохнуть. Еще раз, четверо, что ли? Ты сказал, и мальчик, четверо. И девочка, и мальчик, и девочка. Четверо. Ты сейчас так планируешь. Четверной тулуп такой. Да, я люблю делать четверной, поэтому запланировано четверо. Ян, ты готова к такой плотной материнской программе? Я никогда не делала ни четверной, ни тройной. Ни даже двойной. Но мне кажется, что мы будем работать. А как так... А вам вообще как-то запрещают, так сказать, супружеский долг исполнять во время соревнований? Как говорит
тренер Евгения Алексей Николаевич... А он еще про это с вами говорит. Алексей Николаевич Мишин не рекомендуется. Но в исключительных случаях, если очень хочется... Перед тройным почему тулупом. Почему бы и нет? Интересно. Ваша семья интересует не только журналистов, но и зрителей, ваших поклонников, а, соответственно, поэтому и журналистов. Вам как живется вместе-то? Сейчас-то уже поняли? Полтора года прошло? Комфортно очень. Мы вообще не ссоримся, и нас всегда спрашивают, там, у вас бывают конфликты в семье? Нет, не бывает. Практически не бывает. Ну, если бывает, то на какой почве? Единственный конфликт был, когда был «Звездный лед». Это было когда? При царе Горохе? Когда мы расстались с Яной на полтора месяца. Вот мы не встречались, не переписывались, не это созванивались. Это за 4 года, да. И то это была моя инициатива, об этом никто не знал, и было нам очень тяжело. И когда я понял, что я без Яны не смогу жить, я написал ей такую смс-ку. Яночка, ты знаешь, у меня все внутри горит. Ну ты не Яночка не писал. Ну хорошо, Яна. Просто внутри горит все. Да. Дай я похмелиться. Но мне кажется, у вас очень гармоничная действительно пара. И так на первый взгляд... Все у вас происходит, так сказать, по решению одного с молчаливого согласия другой. Ну, кто в доме хозяин? У нас нет такого. У нас 50 как... на 50. 50 на 50. 50 на 50 это... Ну, я хочу сказать, что я очень часто Жене уступаю, но он мне тоже. Ну и здорово. Да. Жень, уступи теперь моей просьбе, я думаю, Яне будет приятно. Ты можешь как-то прокатиться? Нам так нравится, когда ты скользишь. Мы даже тут тебе где-то коньки подготовили. Проскользи для нас, а? Коньки какие? Ну, роликовые, ну понятно. Мы же любим нашу декорацию. Это вообще не моя история, ну попробую что-то сделать. Попробуешь, да? Держи. Да, давай. Жень, ты очень быстро надеваешь коньки. Ну, обещаю, прыгать не буду, потому что не получится. Но да, так там просто уже... чуть-чуть. Мы не готовы тебя встречать на первом этаже этого здания. Вот. Итак, дорогие друзья, в наш новогодний эфир Евгений Плющенко на роликах. Только береги себя, ты нам нужен для Олимпиады. И вообще катается для Яны Рудковской. Женя, ты даешь. Слушай, я не ожидал, честное слово. Особенно мне понравился элемент вот двойной билан. Макс, нам... я сам не ожидал от тебя. Слушай, ты такое выделывал сейчас. Это, ну, Яна, это дорогого стоит. Мы за тебя рады. Спасибо, Макс. И я за тебя рада. Да. Дорогие Женя и Яна, я вам желаю, чтобы в новом 2011 году у вас продолжилось ваше семейное счастье, чтобы вы продолжали очаровываться друг другом и чтобы никогда никто не мог помешать вашему счастью. И чтобы это было всегда, а не только в наступившем, я верю, счастливом для вас и для нас году Зайца. Мой год. Это, оказывается, еще и год Яны Рудковской, год Зайца. Ян, это особенно хорошо. Вот я с нетерпением жду своего года Дракона 2012-го. Думаю, тоже что-то произойдет. А для тебя что-то замечательное, неожиданно приятное произойдет уже в этом году. Ну, естественно, поспособствует этому Женя Плющенко. Спасибо вам большое, ребята, за участие в программе. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Прошу. О чем все мечтают зимой?